Я покажу тебе, Лёля, косу. Вон она, вон она. Опять улетела. Улетает от Лёли коса. А Лёлик так любит их клевачи есть, да? Сейчас прилетит. Да, продолжу пока с едой. А детвора куда пошла? А детвора куда собралась? И куда ты собрался? И куда ты собрался? А кто Лёлика копирует? Хотите, я вам кого покажу? У меня тут маленькие бандюги. Кто у меня тут маленький бандюган? Куда пошли все? Вот такая у меня малышня оклемавшаяся. Оклемавшаяся малышня. Бандюганы. Ой, бандюганы мои. А Лёлик, он там сидит. И он же, помните, у меня на кроксы реагирует, на носки он тоже реагирует. У нас холодно, я на носки напялила. Сейчас я вам покажу. Как Лёлик реагирует на носки. Где моя Лёля? Лёля? Кусать ты не будешь, меня надеюсь? Кто бандюганы мои? Ой, бандюганы! Какие бандюганы! Не замерзли. И куда ты полетел? И куда ты пошел? И куда ты собрался? К Лёлику пойдете? Бандюган. Сижу, видюшки собираю. Сейчас пойду кофеёк попью, как меня опять кусает. Муравей. А потом будем собираться в столицу. Да? Кто там у меня? Кто здесь? Лёленька моя, иди к нам, моя птица. Лёленька в это время наблюдает. Ну иди к нам, птица. Лёленька моя красивая. Кто бандюган? А кто меня за ухо кусает, за сережку? Это мой маленький. Кто там маленький? Бандюганы. Лёль, иди к нам, моя птица. Лёлик перевернул миску. Ты манго хочешь, птица моя? Я тебе сейчас принесу. Или ты там макароны таскаешь? Кто птенец идет? Куда идет малыш? Пойдешь?
Пойдешь ко всем? Ты малыш? Ты малыш? Давай какай туда. Какать? Вот так. А ты куда пошел? Ты прям самостоятельный такой? А Лёля где? А Лёлик там? Самостоятельный малыш. И эти двое тоже вон тут. Оклемались мои сладкие. Оклемались мои малышни. Мои бандиты оклемались. Что с вами было-то, а? Что с вами было? До сих пор ножки две птички тянут. Малышня. А ты пошел к Лёлику. Ты любишь Лёлика? Ты любишь Лёлика? Ты пошел к дяде Лёлику? Лёлик, он там лапшу вытырит. Пошел к дяде Лёлику. У него пузик вон стал цвет менять. Это не мокрый, он не мокрый. Он сухой. Чё, малышня? Ты моя малышня? Ты моя малышня? Пойдёшь за пазуху? Прохладно же. Лапку поджимаешь? Когда пройдет лапка, а? Сейчас скажи, приедем в столицу и все пройдет. Пойдем, я вам каких-нибудь витаминков куплю. А то тут ничего не продают. Да, маленькие? Червячков каких-нибудь вам закажем. Иди к Лёлику, иди. Иди, Лёлик тебя сейчас научит всему, иди. Ой, Лепрос, ну встала, пошла сейчас вон котят кормить. Ой, с рунами. Ой, с рунами. Я жду, when no bird self by Лёлик. Мне кажется, Лёлик тоже ждет. Что? А он так, когда говорит, ва-ва, он их, короче, собирает. Типа, идите сюда все. Я уже начала различать их разные крики. Или сейчас сам пойдет. Ну, короче, это значит, надо быть вместе. Вот так вот крик у них обозначает. Раз другие не идут, сам пойду. Да ты малыш, да ты малыш, ты тоже к ним пойдешь? Ну иди, может пойдете к Лёлику? Угу. У соседей лагеря рис, скоро вообще под водой спрячется, очень много дождей. Иди тоже к дяде Лёлику, иди. И ты иди к дяде Лёлику. Лёля! 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 Лёлик! Лёлик! Аккуратней, Лёль!
Аккуратнее, Лёля. Лёля! Лёля! Лёль! Лёль! Вкусно, Лёлик? Лёлик, сокс. Носок. Добби. Ну ты же сам дурак, зачем ты на него нападаешь? Ну зачем ты нападаешь на носок? Ну что такое? Ну что такое? Надо сломоушен запилить. Лай собирает манго, говорит, смотри, чуть-чуть пакет вон открылся, и уже кто его поел? Манго поели. Мы перед тем, как уехать сегодня, решили, что надо собрать манго, потому что без нас точно все пропадут. А мы их сейчас в коробочку положим и часть родителям оставим, а часть с собой возьмем. И потом съедим. Какие красивые манго. Лай говорит, что это одна из самых опасных гусениц. Если дотронуться, то потом очень сильно все будет чесаться, болеть. Ну и будет, короче, нехорошо. Поэтому, если увидите вот таких гусениц, не трогайте их. Говорит, вон там вижу еще одно пожрали. Сейчас пойду. Хочу показать, вон у нас паучок растет. Это банановая вдова, или как они там называют? Банановый паук. Что-то такое. Вот. Растет. Я, видимо, мы в следующий раз приедем, через пару недель он будет раза в 4 больше. Сейчас-то он немал. Угу. Давай, давай. Лай смеется, она пыталась поднять наши манго. Говорит, сама возьми, говорит, не получилось. Мы насобирали вот целый тазик манго. Вкуснота. Это те, которые мы раньше срезали, снимали. Сорвали. Ага. Она говорит, некоторые созревают, типа, а некоторые, как зеленые были, так и остаются. Может, говорит, им недостаточно жары. Ну ничего, говорит, я тогда вот эти вот пошерю с родителями, чтобы они, ну, с родственниками, там, братом всем. Вот. Чтобы сом, они же любят кислое кушать. Вот, будут кушать кисляк. Это тоже вкусно. А остальные будем поспевать. Да? Да, самый красивый горит себе. Лай вон вытерла все красивенько их манго.
Сейчас будет шерить, что нам оставит, что родителям. Нам в коробке, давай. Ну, нам это и сотрудникам, и себе, и всем в Обьянтьяне. Может, еще кого угостим. Сестра, может, еще приедет. Костик там. Сотрудников у меня дофига. Сейчас Лай поделит, поделит. Еще можно Никите с печкой ставить. Вкусненьких. Да? Печки и Никитосу. Да, сегодня-завтра еще полежат и будет желтые. Давай маме с папой откладывать. Тот пакет второй тоже родителям, да? Да. I think we do. I think us have like more people. Ну, сон постак тоже, да? Или юкин, maybe сон так, но... Лай пошла дальше собирать фрукты. Вот это дерево рабутанов, ну, называется по-лаоски. Желтенькие, это уже зрелые. Да, уже, говорит, многие портятся начали от дождя. Собирать. Коптай-ля-ляй. Сейчас пойду дегустировать. Ливна. Давай. Лифт. Разбойники маленькие пришли еду отжимать. Поели, пошли дальше. Водичка там. Да, это дерево. Лёлик пролетел, и все за ним. Дядя Лёлик. Дядя Лёлик. Давай, дядя Лёлик. Всё? Всё? Будешь рис? Да, ещё что-то своего бамбука, может. Будешь рисик? Бамбук пьет, да, не знаю. Будешь рис? Нет? А бамбук будешь? Попробуешь? Где? Он пришел к what you think in Bohu, but you him I think это да. Хима ходикнули, хима different, what you think. Ты к детям пришел? Ты их кусал сегодня? Или их было слишком много? Лёленька моя.
Там бабочка у Лёрик пролетела. Иди, обед твой. Как ты плачешь? Мою плачешь. При том, что манго я разделила на две части и половину положила Лёлику, а половину детям. What? У детей вкуснее. Хочешь, я тебе чаю горячего сделаю? Наверное, продолжают за ним ходить. Лёля. Малышню не обижать, не обижать. Не обижай малышню, не обижай. Лёль. Аккуратненько. Там он идет, Никитосик. Лёлик, иди с женой знакомься. Жена за ним бегала, а Лёлик убегал. А вы чё? Ну всё, Лёля, улетай из дождя, улетай. Кино не будет. А у меня тут кто-то у меня тут устроился. Ой, Лёлик прилетел. Лёлик, да, Лёлик вернулся. Печка уходит, убегает от Лёлика. Почему, почему? Почему, почему убегает от Лёлика? Лёленька моя. А потому. Ну чё, всё? Малышня тусит со мной. В рот ты зачем мне лазишь? Ты зачем мне в рот лазишь? У тебя там еда есть. Третий тоже тут. Иди к ним. Иди ко всем. Как и вот правда? Ну ничего. Майка уже грязная, так что последние пару часов
в ней дохожу, обкаканная. А потом поедем в столицу. Что, малышня? Они мне помогают видюхи собирать. Проснулись. Какать в другую сторону. Вот так какай. Чё, бандюга? Кто бандюга, вонючка? Что такое? Все, проснулись. Ну, идите гуляйте, чё. Выспались. Обкакали меня. К деньгам. Летают уже. Ругаются. Кто мой ворчун? Ты зачем на головах топчешься? Ну, это временник. Так как это в другую сторону? Я кормлю курицу. Жену Лёлика. Мои спортивные курочки. Соседская, чужая, не наша. Ну и... решила кофеёк попить. А вы тут что? Отвечаете мне уже, чудики? Малыш спасен. Он у меня туда внизу что-то ошивался, улетел. А другие так и продолжают доставать Лёлика. Но Лёлику что-то это не очень нравится. Да, Лёлик? И ты полетел? Ну, лети. Лети давай. Иди. Жена Лёлика пролетела к нам на балкон. Ты нормально себя чувствуешь, курица вообще? Может, она с нами пойдет жить? У нас вольер есть. Нет, она еще худая. Нет. Нет, курица, я не буду тебя есть. Ай говорит, что хороший размерчик, чтобы как раз ее съесть. Курица, пойдем с Лёликом знакомиться. Раз Лёлик к тебе не пошел, давай ты пойдешь к Лёлику. Идешь ко мне, нет? Нет? Ну ладно. У этих тут опять. Что, Лёля? Ты пришел опять еду у детей отжимать, да? Что, моя птица? Кто моя сладкая птица? Лёленька поедет домой?
Тимой сладенький? Тимой хороший? Ой, бабочка у меня тут летает. Что моя птица? А что еще расскажешь? Еще что расскажешь, нет? Ты с детьми дружишь? Ты же их не обижаешь? Не обижай детей. Не обижай детей. Дети, посмотри, как тебя любят. Ходят за тобой хвостиком. Тебя дяди зовут. Да, ты дядя Лёлик, прикинь. Дядя Лёлик. Ты дядя Лёлик. Сам того не ожидая, ты у меня дядя Лёлик. Теперь даже не отмажешься. Смотри, ходят за тобой. Куда ты, туда и дети. Куда ты, туда и дети. А, Лёлик? Всё, бери ответственность. Воспитывай. Не кусай. Не обижай. Ну так только, если вредничать будут эти бандюги маленькие. Возьмешь? Возьмешься за воспитание? Давай. Что есть можно, что нельзя, все им расскажи. Научи всему. Научишь? Лёленька, научит детей? Научит детей? Научат детей, кто-то у меня тут накакал. Да, Лёленька. Лёля. Дети к нему тянутся, 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 особенно один. Да. У тебя приемник вон есть. Опять подушку мне обкакали. Всё. Ладно, уже их подушка. Давай, Лёлик. Проводи зарядку для детей. Или показываем, как надо мыться. Умываться. Как? Давай, приводить себя в порядок. Давай, будь примером для подражания. Показывай. Смотри, все на тебя смотрят. Как чистить перышки, давай. А с детьми поделишься, Лёль? Мне не поделишься. Говорит, мне тоже достань. Ну достань, дядя Лёлик. Ну достань ребёнку-то, ну чё ты? Достань ребёнку. Ну, ребенку дай, ну, дядя Лёлик. Ну, поделись. Ну, не будь такой вреденной. Ну, достань ребенку тоже. Давай. Ну дай детям. Ну дай детям кусочек. Нет? Детям не дашь?
Ну да, дети. Ну покорми детей. Ну покорми маленьких, Лёля. Ну покорми детей. Ну не будь вредной вонючкой. Смотри, дети кушать хотят. Дай ему еды лучше, Лёля. Лёля, дай еды малышу. Ну покорми детей. Ну покорми детей, ну Лёль. Ну покорми детей. Ну дай деткам покушать. Давай. Покорми детей. Покорми, дядя Лёля. Пойду я собираться. Пора ехать. Город. Там ну бабочка вон тут пролетает. Ты где? Бабочки. Пойдешь ко мне? На манго пойдешь? А на ручке? А, бабочка? Привет. Привет. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда, малыш. Что, там будешь сидеть? Ну, сиди. Обернулась, а птенец вон там внизу уже. Сам добывает. Иди ко мне, иди. Иди, пока тебя не съели. Всем привет. Ты красивая бабочка ко мне пришла. Ты такая красивая. Иди ко мне еще, иди. Иди ко мне, моя девочка. Иди, пока тебя не съели. А, мама? Такие вот у нас тут бабочки красивые. Не только птички. На ручки прилетают. Жизнь – это волшебство, в которой можно все.
рыбах. Нана! Что там, где дракон? Какой дракон? Ты зачем? Ты Лёлику дал какую-то? А зачем ты его поймали? Поймал и показывал Лёлику, а Лёлик не... Лёлик отобрал? Взял. А он живой-то хоть, нет? Он уже нет? Живой. Вы убили дракона. Ты поднимешь коробку, нет? Да. Ну, он, видишь, идет. Да, поймал. Ты нормуль? Ногу не повредил? Шлепки мои обуешь, может? С птичками, с котиками. Лай, покажи своих малышней. Вот, на самом деле тут очень плохая дорога. И мы осторожненько под дождем. Дети мокнут. Но им, по-моему, пофиг. Ну все, пока-пока, Ван Вьенг. Пока-пока, дом родной. Пек-пек-пек. Тут иди мокрый. Ой, вот из-за воды вот тут. Ах, хоть ноги помою.